вкусно. И остро. В каком транспорте? Всем привет! Всем привет! Сейчас мы поехали на обед. Мы сегодня маленечко задержались с обедом, да, Полина? Вот, мы сегодня одни. Поедем. Давай, держи. Только держи крепко, чтобы уронить. Заводим нашего монстра. Ай. Раз выкинули, смотри. Вот мотор. Вот такая вот у нас тут вахта, покажи. Hello. Такой вот пропуск. Прикладываем пропуск. Она нажимает кнопочку. Вахта шлагбаум открывается. И поехали. Вход строго по пропускам. Ау. Наш райончик. Поехали. У-ху. Вот так вот бибикать надо, чтобы не задавили тебе. Китайцы в основном не соблюдают правила дорожного движения. И они вот все время бибикают, предупреждают о том, что типа, я еду. Вот мы сейчас ему бибикнули, чтобы он у нас не вывалился. Вон, смотри, стоят, разговаривают прямо на дороге, сними их. Вот, стоят, разговаривают прямо на дороге. Выясняют свои это дела какие. Также китайцы могут просто взять и остановиться на машине. Вот ехал, остановился, достал телефон и начал у него смотреть, либо разговаривать. Вот они даже дорогу переходят, даже не смотрят, что машина идет или еще что-то. Вот здесь типичный китайский райончик. Кафешки. Вот это мои яйцо. Ну. О, еще туфельки разбросанные. Вот мебель продают, вон БУ мебель даже, вон, смотрю, есть. Хозяйственные товары. Аптеки. Музыка. Ну что, берем, пап? Вот это или что? Посмотрим. Здесь, короче, комплексы есть. Короче, мы пришли в китайский фастфуд. Вот. Так. В принципе, в картинке все понятно, что брать. Я, что, короче, буду вот это. Да подожди, его можно вот такое можно взять, смотри. 36 юаней, смотри, здесь все есть. Два бутерброда и картошка, и попить есть. И курица еще есть. Будешь такой? Ну, давай. Только в ожидании обеда, да? Ой, будешь рассказывать, как еда вкусная, невкусная? Да. А? Да. Мне уже не терпится пойти в школу. Сперва прививки. А прививки-то не надо будет, она будет анализы сдать. Кровь пойдем, кровь сдать. А мы снимем на камеру? Да. Принесли наш комплекс. В него входят две колы со льдом, картошка. Это что такое? Курица. Курица и два бутерброда. 36 юаней всего стоит. Я думаю, что это недорого. Да? Кстати, особенность китайских фастфудов, что у них все острое. Я больше чем уверен, что гамбургер будет острый. Это острое? Мясо? Остренько? Мясо вот это тоже острое. Остро?
Исполинский остров. Пробуем гамбургер. И остро. Зелень, майонез, курица, панировки, булка, капуста. Вкусно? Остро. Колька пробует. Переверни гамбургер, переверни, переверни. А? Вот так? Да. О, да. Колька вонзилась вот в булку. Колька, но она острая. Нормально тебе? Блин, ребенку пофиг вообще, что есть острое, все ест. Потому что ей Вероника даже хоть немножко острое ей дали, ей все равно, как сказать, она все равно скажет, нет, нет, Полина, ешь. Расскажи, как еда. В общем, мы наелись очень всего острого. Вот. Ну, мы нормально к острому относимся, да, Коля? Ты маленько любишь остренькое, да? Да, вот. То есть, в принципе, если остренькое нравится, то рекомендую. Вот он взял просто, взял и остановился. И вышел. И пошел по своим делам. О, и еще я видела китайца, которого он, короче, включил поворотник и никуда не поворачивает, просто едет с поворотником. Да, и такое бывает. Сейчас он нас обгонит, смотри, вот, снимай его. Смотри, в каком транспорте. Это вообще прикол. Это как будто как велосипед, ну, то есть велик. Это как будто как самокат, велосипед. А сейчас мы с Полинкой решили маленько по десерту жарить. Вот такое вот у них здесь меню. Я себе заказал манго плюс молоко. Просто божественно. Да? Такой молочный вкус и очень насыщенный вкус манго. Вкусно, ну косточки попадаются, да? Да? Вкусно? Еще нам дала тетенька фотография, как мы, получается, это вот я, это Вероника.